В Омск пришел путешественник из Южно-Сахалинска. Фотограф и маркетолог Игорь Щугри идет через всю страну. Из Хабаровского края он намерен добраться до Крыма. За его плечами уже 7000 километров. Он побывал в 11 городах России. В Омск пришел из Новосибирска. На все путешествия не потратил ни копейки. Признался, что иногда его подвозят, хотя он никого об этом не просит. Помогают дальнобойщики или просто неравнодушные пользователи соцсетей, которые следят за его путешествием. И накормят, и пустят переночевать. Но чаще приходят спать в палатке. Самые суровые морозы турист застал на востоке. Пришлось ночевать на улице в минус 33. В Омске Игорь пробудет всего один день, и он уже прогулялся по Любинскому проспекту. Поначалу я машину вообще не тормозил. Сейчас я, если передвигаюсь вечером, темно, ночью, тогда машина стараюсь останавливать. Это мечта юных лет. То есть увидеть весь Дальний Восток, Забайкалье, Бурятию, Сибирь. Вот, как бы, и в принципе всегда было интересно прочувствовать на себе сибирские морозы.